Привет, на связи ForgetWow, и сегодня я хочу вам показать стратегии, которыми я играл в Hood Champions. Сделал я 15 побед, вырвал в последнем матче все-таки победу, откомбэчил. Вот, получилось все-таки побить свой рекорд. В этой части было 14 побед, сейчас 15. Сейчас еще покажу, каким составом я играл в Hood Champions, и перейдем к стратегиям. Вот такой состав был в этом Hood Champions, надеюсь, удастся усилиться перед следующим разом. Так, ну теперь к стратегии. Меня именно спрашивали про ползунки, и ползунки у меня вот так стоят. Первые два на 0, третье на 10, четвертое тоже на 0. Первое звено у меня стоит краш, второе перегрузка, ползунки те же самые, третье тоже перегрузка, и четвертое краш. В защите у меня 0-10 во всех парах. Вот, а в командах у меня контроль дальнего борта, что ли, это называется, 1-4. И на троечке. Здесь контейн пак, коллапсинг, стандарт. Тут тройка, close support. Если я проигрываю или видно, что соперник просто катается по зоне, накапливает круг, я ставлю вот tight point и вот эту пак сайт атак. Но начинаю я вот так всегда. Или там, когда вот проигрываю, я ставлю так. Большинство у меня шутинг. Тут ползунки я, по-моему, вообще не трогал ничего, просто шутинг поставил. Вот, а в меньшинстве 1-1-2 я тут тоже вообще не трогал по стандарту. Все как стояло, так и стоит. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь. Надеюсь, кому-то пригодится. Всем пока.